Очень рада всем, кто заглянул на канал «Еда для всей семьи». Всем привет, с вами Елена. Сегодня делюсь рецептом очень вкусного, сытного салата без мяса со свежими весенними нотками, который готовится из самых доступных и простых ингредиентов. Для приготовления нам потребуется один средний огурчик. Так как у меня был большой, я взяла 2/3 большого огурца, нарезаю на полоски и уже делю на кубики. Берем красивое большое блюдо и первым слоем выкладываем мелко порезанный огурец. Этот слой не солим, чтобы огурчики не дали лишний сок. Далее натираем на крупной терке отварной картофель. И вот теперь все можно посолить. Сдабривать будем салат майонезом. Следующий слой – это слой зеленого мелко порезанного лука, который сделает наш салат более свежим. Еще нам потребуется 70 граммов любого твердого сыра. Натираем на крупной терке. Аккуратно распределяем. Далее слой майонеза. И интересный ингредиент будем использовать в салате – это свежую морковку. Натираю ее на мелкой терке и также аккуратно распределяю по всей площади салата. Морковь немного присаливаю. Далее натираю на мелкой терке 2 отварных куриных яйца. И тоже немножко присаливаю этот слой. Далее майонез. Украшать салат буду грецким орехом. Для этого орехи прокалила на сухой сковороде и измельчаю их ножом. Сверху посыпаем салат орехами и даем ему постоять примерно 2 часа в холодильнике. После этого можно пробовать, но так как я не удержалась, я пробовала салат через час. Салат получается очень вкусным, нежным и весенним. Если любите сочетание интересных ингредиентов, то обязательно попробуйте этот салат. Если вам нравится рецепт, не забудьте про лайк. А я вам говорю огромное спасибо за просмотр. Желаю хорошего настроения и здоровья. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.